Михаил Задорнов – человек, который жил юмором и мог поднять настроение каждому, но не одними шутками. Был богат Михаил Задорнов. Михаил Задорнов в свои 69 лет свободно мог сесть на шпагат, пройтись на руках или отжаться все 50 раз. Он рассказывал, что здоровье у него самое, что ни на есть богатырское, да и болезни его не берут. Он активно занимался спортом, имел прекрасный внешний вид. В свои 69 лет он выглядел на все 50. На одном из многочисленных концертов, которые артист регулярно давал, ему становится плохо. Обычно Михаил стойко переносил плохое самочувствие, однако сейчас было что-то серьезное. Было решено приостановить выступление и оказать сатирику первую медицинскую помощь. Решение было крайне сложным, однако, к удивлению Задорнова, зал отнесся к нему с пониманием и аплодировал стоя. Скорая помощь примчалась быстро, сделала укол, но в больницу Михаил не уехал, ссылаясь на улучшение самочувствия. «Лучше я домой поеду». Это были первые колокольчики, указывающие на серьезное заболевание. Октябрь 2016 года стал роковым для семьи Задорнова. У Михаила обнаружили смертельную болезнь – опухоль мозга. 12 октября артист официально заявляет о своем недуге, поэтому не было секретом, от какой болезни может умереть Михаил Задорнов. Дата смерти не за горами, утверждали врачи. Артист сообщил, что некоторые концерты будут отменены, но он не бросает свою творческую деятельность. 22 числа этого же месяца произошел несчастный случай на выступлении сатирика. На сцене у Задорнова случился эпилептический припадок. Это мог быть день смерти Михаила Задорнова, но врачи спасли жизнь комику. После чего сатирик, полон сил и надежды, отправляется проходить курс химиотерапии в Германию. Однако спустя время приостанавливает его, ссылаясь на изматывающий эффект и бесполезность процедуры как таковой. Артист предпочитает побыть в кругу родных и близких, наслаждаясь жизнью. Последние годы были крайне насыщенными у Михаила. К примеру, он принял православие, хоть всю жизнь был неоязычником. Также он выпустил книгу «Русский – это взрыв мозга», в которой собраны три пьесы разного характера, основанные на личном опыте и наблюдениях Задорнова, приправленные его фирменным искрометным юмором. К большому сожалению, Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года. Болезнь оказалась сильнее. Так уходят из жизни лучшие. Врачи записали дату смерти Задорнова, Михаила Николаевича и причину – раковая опухоль в обоих полушариях.